Всем привет! В наступающие выходные нам предстоит насладиться всем прекрасным, что приносит с собой погода. Однако перед тем, как принять решение, как провести свои долгожданные выходные, стоит обратить внимание на мой прогноз погоды. В субботу, согласно метеорологам, будет облачно. Ночью столбик термометра покажет плюс 7 градусов, днем плюс 16. В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью плюс 10 градусов, днем плюс 21. Блокнот «Воронеж» открыл раздел к 1 сентября. Если у тебя есть что предложить школьникам и их родителям, звони, и мы расскажем об этом всем. Подробности в описании.